наступлением холодов водоемы постепенно начинают покрываться льдом, однако он еще слишком тонкий, не выдерживая человеческого веса. Тем не менее, некоторые уже искушают свою судьбу. 8 декабря ГПСС получила первый в этом сезоне вызов на один из водоемов Латгалии, где человек провалился под лед. Его удалось спасти, но печальная статистика показывает, что этот случай будет далеко не единственным. Ежегодно спасатели вытаскивают из воды несколько десятков смельчаков, провалившихся под лед. Чтобы предостеречь жителей от необдуманных поступков, 9 декабря Даугавпилсская городская дума издала распоряжение, согласно которому временно запрещено выходить на лед, покрывающий водоемы на административной территории города. Прошлая зима была настолько теплой, что лед образовался всего на нескольких водоемах. Это заставило любителей подледного лова истосковаться по любимому занятию. Однако их призывают не торопиться и соблюдать несколько правил в течение всего сезона. Не находиться на льду одному, сообщать близким о своем местонахождении и быть на связи по телефону. Также необходимо учитывать ряд факторов, влияющих на толщину льда. Он опаснее всего на реках, но и в конкретных местах на озере также небезопасно даже в самые сильные морозы. До тех пор, пока запрет не будет отменен, его выполнение будет контролировать муниципальная полиция Даугавпилса. В прошлом и позапрошлом году, когда действовал аналогичный запрет, за несоблюдение правил сначала проводились беседы превентивного характера, затем были составлены административные протоколы. Сейчас за нарушение можно получить предупреждение или штраф до 100 евро. Сотрудники полиции самоуправления отмечают, что во время патрулирования ежегодно констатируется много случаев, когда на льду без какого-либо присмотра находятся дети и подростки. Как только толщина льда достигнет безопасной отметки, запрет будет отменен. А пока самоуправление призывает всех любителей зимних забав не рисковать своей жизнью и выбирать более безопасные способы, как провести свободное время. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.